Уже третий год подряд в регионе проходит фестиваль на Завьяловских озерах. Здесь собираются туристы со всей России подлечиться, искупаться и просто хорошо отдохнуть. В Завьялово каждый найдет для себя что-то свое. Интересно, но здесь в пешей доступности располагаются сразу три озера – Пресное, Щелочное и Соленое. Здесь есть все. И нужно большое желание и приехать и отдохнуть от той работы, которая рутинная, которую в течение года они работали. Нужно уметь отдыхать. Нам природа подарила. Жителям Завьяловского района подарила уникальные озера. Ярмарка мастеров, краевой турнир по боксу и самбо сразу на нескольких площадках фестиваля гостей развлекали и даже угощали ухой. Специально для этого праздника организаторы подготовили фирменную программу «Жареный карась». А на этой площадке гостей встречали на празднике красок Холли. Мне самое понравилось это то, обсыпать других. Даже не то, что меня обсыпают, а обсыпать других. Приехала специально на этот фестиваль, и знаете, мне очень понравилось. Это просто эмоции, очень ярко, солнечно, празднично. Это дарит безумно летнее настроение. Здесь как нигде можно его почувствовать. А здесь туристов ждет травяной чай, алтайский медовый пряник и малиновое варенье собственного производства. Это фитобар и мини-гостиница «Белка». Тепло, уют домашнего очага – это то, что уже полюбило здешним гостям. Места забронированы до конца сезона. Люди, в основном приезжающие сюда за здоровьем, поправить здоровье, посетить нашу грязелечебницу и при помощи нашего фитобара закрепить результат, поскольку вся продукция у нас натуральная, лечебная и очень вкусная и полезная. Фестиваль на Завьяловских озерах включен в национальный событийный календарь. С каждым годом здесь собирается все больше и больше туристов. Организаторы обещают, в следующем году фестиваль будет еще красочнее и масштабнее. А вот что именно будет в программе, пока держится в тайне. Евгения Князева, Николай Государкин. Новости.